кругу тех людей, которые занимались вот именно азартными играми. Разочаровавшись в нашем советском производстве, где нормировщица урезала расценки, и такое разочарование происходило у меня неоднократно, я пришел к такому кругу лиц, где, собственно говоря, я какое-то время находился. Вот. Но это не говорит о том, что я испытывал состояние какой-то душевной эйфории. Первую половину дня я работал, так сказать, крутил на перстке, вторую половину дня я, испытывая состояние какого-то внутреннего негативного дискомфорта, старался это все закружить, заглушить посредством стакана. А касательно того, работал ли я, работал довольно продуктивно, если, конечно, это можно назвать работой. В моем понимании это театр одного зрителя, где усилия определенного сообщества приурочены тому, чтобы человек, азартный, как правило, человек, это простой обыватель, вот, испытал максимум удовольствия, но, естественно, уплатил за это соответствующую стоимость входного билета. У каждого своя стоимость входного билета. Все зависит наверняка, я вам скажу, от того, что посеяно было в душе этого человека его предшествующими поколениями. Если человек обладает азартом, азарт он не от Бога, он от дьявола, естественно, эти азартные люди уходили ни с чем. Собственно говоря, мне это все доставляло состояние какой-то внутренней неудовлетворенности. Но, собственно говоря, мне приходилось выбирать из двух зол меньше. Или ты работаешь в нашей советской социалистической системе, платишь на законных основаниях налог, то бишь разделяешь позицию нашего советского сатанинского сообщества, или же ты выискиваешь какую-то альтернативу. Собственно говоря, учитывая мой интеллектуальный и духовный уровень того периода 20-летней давности, я не мог выискать другой альтернативы, кроме как пойти и заняться азартной игрой. Дело в том, что, собственно говоря, мы жили в советскую социалистическую эпоху, где о духовном пути становления личности никто не говорил. Кто-то думал, кто-то размышлял над этим, собственно говоря, где-то, будем говорить так, в семьях об этом кто-то говорил. Учитывать преемственность поколений все-таки необходимо и генетическую предрасположенность к поискам правды. В пролетарской среде, я так думаю, жили исключительно зримыми, ощутимыми благами, не более чем. Вот. Но что бы вам сказать, все эти работы, и вы извините, что я повторяюсь, они построены исключительно на знании человеческих пороков, то бишь на накопительстве, на стяжании земных благ. А азарт, азарт, будем говорить так, но он предполагает получение мнимой прибыли, не прилагая к тому ни малейших физических или интеллектуальных усилий. Вот и все. То бишь, так сказать, люди под воздействием азарта захотели заполучить энную сумму денег, не прилагая никаких усилий. У них помутился разум, деньги им, так сказать, привиделись. Ну и, естественно, как правило, венцом всего этого была, естественно, вот такая финальная история. Люди уходили без денег, деньги перекочевывали там в карман. Но если эти деньги зарабатываются таким макаром, если вообще это можно назвать заработком, собственно говоря, эти деньги, как правило, уходят в небытие. Собственно говоря, эти деньги остаются в злачных местах, в барах, в ресторанах и так далее. Я человек азартный, вот. Я не отдавал отчета еще в том, собственно говоря, какие силы оказывали на меня воздействие. Вы понимаете сами, что человек, собственно говоря, это своего рода мишень для воздействия темных и светлых сил. Все зависит от душевного состояния человека. Идеалисты от эгоистов отличаются тем, что, собственно говоря, в душе у идеалиста существует порядок. У него добродетели берут верх над смертными грехами. В душе у эгоиста, то бишь у потомка пролетариев, естественно, как правило, негативные качества, смертные грехи, естественно, берут верх. Об этих людях говорят, они одержимы. Они одержимы. Вы знаете, кстати, что такое эти шестерки. Это полнота несовершенства. Это преобладание смертных грехов над добродетелями. Если таких людей большинство, если, будем говорить так, происходит в душе человека значимое преобладание, об этих людях говорят о том, что они одержимы. Они
одержимы смертными грехами. Ну а смертные грехи, как вы понимаете, они не от Бога, они от дьявола. Мы можем знать эти закономерности, эти законы природы, мы можем не знать, мы можем игнорировать, но от ответственности нас это не освобождает. Вы понимаете, чем отличается бильярд от карт и от наперстков? Дело в том, что у тебя, человека, который крутит наперстки, существует, будем говорить так, уже с самого начала определенное предпочтение, не предпочтение, а определенная привилегия. Ты знаешь свой фокус, но тот человек, который стремится у тебя выиграть деньги, этого фокуса не знает. Он считает, что можно выиграть, обладая исключительным вниманием и зрением. На самом деле это ошибка. Существуют определенные нюансы, я их, как правило, не разглашаю. Собственно говоря, вы знаете, тоже наперсток, те же карты, это мошенничество, понимаете? Но стал постарше, я, естественно, стал искать ответы на вопросы, которые поставила передо мной сама жизнь. А касательно самообразования или работы над собой, или духовного совершенствования, да, работал, совершенствовался, совершенствуюсь и сейчас, но возникают определенные моменты в жизни человека или определенные ситуации, которые ускоряют процесс самосовершенствования. Вот в частности, событие, которое произошло в 33 года со мной в подъезде, в частности, смерть моей матери, смерть моих друзей, да, все это ускоряло процесс моего духовного самосовершенствования. Вы знаете, если заходишь с улицы, в темноте глаза должны привыкнуть. Сразу же в темноте ты не видишь силуэта человека, не видишь, кто находится, и ты этого не ждешь. Вот попал в ребро. Вот. Я более так пришел в себя, собственно говоря. Отбежал в сторонку на свет, но человека я не увидел, это было в подъезде. Вот тогда я стал задумываться над тем, что, собственно говоря, образ жизни предшествующих поколений, образ мыслей запечатлевается и генетически передается. Почему об одних людях говорят, они родились в рубашке? Мирским языком это выглядит так, они родились в рубашке. Но если вдаваться в дух этого вопроса, об этом человеке заботились все предшествующие поколения. Здесь уже все дело в том, какими духовными качествами обладали твои предшествующие поколения. То есть, собственно говоря, мои предшествующие поколения для меня накапливали позитив. И вот этот позитив смог или уберег меня от быстрой кончины. Собственно говоря, там, где, я имею в виду своих товарищей, присутствовала богоборческая пролетарская среда, этих людей, естественно, в живых уже не осталось. Вы понимаете теперь, что возникают в жизни каждого человека суровые нюансы. Человек попадает в какие-то экстремальные условия. И там уже уповать приходится исключительно на Господа Бога. Бывали и у меня такие ситуации в жизни, и скажу правду, чудом я остался в жизни. Окажись в другой ситуации, да, те же ситуации, другие люди, кто знает, как сложилось бы их последующее жизнь, сложилось бы одного. Вы знаете, я чувствую защиту, я чувствую, что все-таки я не один. Человек без покровительства Бога находиться не может. Вы знаете, из чего состоит человек. Телесное – это телесно, это то, что мы в состоянии в силу своей духовности видеть и наблюдать. Существует еще интеллект. Это то, что связано с головным мозгом. Но существует еще духовность человека, духовное развитие, собственно говоря. Это тот невидимый мир. Как сказал когда-то один верующий человек, все видимое рождается из невидимого. Интеллект укрепляет исключительно состояние души человека. Именно духовная работа над собой. Вы понимаете, о чем это речь? Интеллектуальное развитие человека, оно неразрывно взаимосвязано с поиском духовности, с его духовным становлением. А духовность неразрывно связана с космосом. Вы понимаете, что теперь такое означает? В здоровом теле здоровый дух. Это гармония духовности, интеллектуального развития и физической жизни. То есть самое главное – хранить веру Господа Бога в душе человека. Душа человека имеет контакт с космическими силами, с космосом. Она имеет контакт с Богом, с бесконечностью.
Все зависит от того, что находится в душе человека. Происходит борьба в душе самого человека. Человек должен измениться, он должен быть один на один с Богом, он должен перестать думать о всем мирском, о всем, что возможно, одолевает иногда его душой. Самое главное – уединение и вера. Естественно, спокойное состояние души. Воздается каждому по вере его. Все зависит от того, какой веры, все благодарит. У меня появилась семья, у меня после венчания появился ребенок, у меня появилась верующая супруга, которую я люблю. Она является моим отображением, только она женщина, мужчина. Мы фактически интересуемся тем же. У нас очень похожий внутренний духовный мир. Ее интересуют те же вопросы, что и меня. В данное время я читаю литературу, которую приобрела она в свое время когда-то до знакомства со мной. Если у вас рождается ребенок, а долгое время он не мог родиться, значит, вы к этому времени шли, духовно развиваясь. И, собственно говоря, ребенок достоин, вполне достоин вас самих. Его душа, его уровень, то, что изначально заложено было, оно равняется всему тому, что было накоплено вами и вашими предками. Ни в коем случае не стоит сетовать на ребенка. Стоит сетовать, видя в нем какие-то пороки на самих себя. Все в мире закономерно. Мы являемся частицами. Мы являемся людьми, воплощенными пока в человеческий облик для прохождения своего рода экзамена. Хотим, не хотим, но мы в конце, каждый в конце своего прожитого жизненного пути, должны будем усовершенствовать свои человеческие качества, чтобы потом слиться с тем, из чего мы в конечном итоге вышли.